В рамках месячника военно-патриотической работы в 4-м лицее побывала краевая передвижная художественная выставка «Великая Россия. Сражения и победы». Учащиеся лицея еще раз вспомнили славные страницы героического прошлого нашей Родины. Именно для молодежи сегодня особенно важно донести правду о том, какой ценой была завоевана мирная жизнь. Фотовыставка интересна для учащихся всех возрастов, от первоклассников до выпускников. На красочных панно фотографии и тексты об исторических битвах, которые навсегда вписаны в летопись России и бережно сохраняются в народной памяти. Всех привлекают российские ордена и медали, от самых редких и старинных до современных. Не забыты города-герои, известные мемориалы Великой Победы. Мы назвали нашу выставку «Великие победы России, победы и сражения». То есть мы рассказываем также в коротком видеодокументальном фильме «Все сражения России». Лектор фотовыставки в мундире русского офицера времен Первой мировой войны рассказал ребятам очень много важного и интересного. Все наши правители в своем исполинском деле совершенствования создания нашей Родины руководствовались тремя великими принципами. Первый – это духовная мощь русской православной церкви. Второй – гений русского народа. И третий – доблесть русской армии. Наша русская армия по праву считается одной из самых сильных и боеспособных армий в истории человечества. Для ребят был продемонстрирован документальный фильм об исторических победах русского оружия. С большим интересом познакомились учащиеся с видеоматериалами, посвященными 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Живет еще в юных сердцах память о нелегкой, но замечательной истории нашего Отечества. Главное, время от времени напоминать о святых для всех нас событиях. Память – это то, что для меня важно. И на этой выставке я смогла вспомнить и освежить воспоминания о том, что я знала ранее. Очень было интересно послушать о наших женщинах, которые летали на Кубани на самолетах, помогая выиграть войну. Передвижная выставка уже побывала во многих школах города и района и будет работать у нас еще неделю. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».